улица Челябинская, 19. Шестнадцатиэтажный панельный дом серии БПС, построенный в 1976 году. В доме два подъезда, оборудованы пандусами и домофонами. В одном из них дежурит консьерж. Во дворе просторная и многофункциональная детская площадка. Есть немногочисленные места для парковки машин. Поблизости охраняемая платная парковка. Недалеко школа, детский сад, бювет с питьевой водой, на массиве есть современный фитнес-клуб, супермаркеты, разнообразные магазины, кафе и заведения сферы услуг, большой торговый центр. До станции метро Левобережная 10 минут пешком. Дом в удовлетворительном состоянии.